Садовый вар. Вот он выглядит таким образом. Для заживления ран деревьев. Подогреваем. Как масло на огне и даем ему немножечко остыть. Итак, прежде чем начать обработку садовым варом ранок, надо очистить кору дерева, которое отходит. Вот у нас, видите, ранка. Ствол поврежден. Мы уже подогрели вар. Ждем, когда он немножечко остынет. И обработка садовым варом дерева. Все ранки обрабатываем следующим образом. Замазываем и даем высохнуть. Срезанные веточки тоже обрабатываем садовым варом. Пока мы ждем, можно обработать от сорняков ствол дерева. Так, и ручками вот в таком жидком состоянии обрабатываем ствол, чтобы вар у нас застыл, кору, вот ранки у дерева. Вот таким образом. Вар содержит защитные свойства, точнее, обладает защитными свойствами и не дает паразитам слабое место нашей яблоньки попасть. И обязательно посуду, инструмент, перчатки выбрасываете. Использованию она уже больше не подлежит. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на обновление канала и ставьте мне огромный лайк.